Свои профессиональные компетенции в полной мере продемонстрировали пожарные региона. На центральном стадионе профсоюзов проходит 53-й лично-командный чемпионат государственной противопожарной службы Мурманской области и первенство по пожарно-спасательному спорту. Первый день соревнований включал полосу препятствий и пожарную эстафету. Эти этапы требуют от участников не только физической силы, но и отличной командной работы. Следующий день состязаний проведут на территории пожарно-спасательной части номер 4. Участникам предстоит соревноваться в подъеме по штурмовой лестнице и боевом развертывании. Такие испытания закаляют дух и повышают профессионализм, помогая быть готовым к любым вызовам.